Ежедневная утренняя планерка в МУП ККП начинается с новых, но уже привычных инструкций. Задача руководства, помимо прочего, абсолютное здоровье персонала. Только в этом случае коллективы приступают к своим прямым обязанностям. Задачи ставятся это в основном. Это дезинфекция подъездов жилых домов, уборка полностью дезинфицирующим веществом лестничных площадок, лестничных маршей. В период повышенной противоэпидемической готовности традиционный инвентарь усиливает специальный раствор. Он и становится главным оружием в борьбе за чистоту. Это хлорамин Б, 3%. Мы развели его вот в этой бочке, потом разливаем по ведрам и идем работать. Безопасным и действующим дезинфицирующим средством обрабатывают все поверхности в местах общего пользования жилых домов с первого по последний этаж. Ручки входных дверей, перила лестниц, почтовые ящики, кнопки лифта. В ведении сотрудников МУП ККП почти 300 подъездов Десногорска. У нас контроль со стороны мастеров и меня лично, и отчеты за каждый день выполненной работы. Нарекания, которые поступают, или обращения, не остаются без внимания, ни одно обращение. Такие же задачи, но уже на своем участке в 4-м микрорайоне у компании «Смоленская АЭС-сервис». Там также изменили методику работы. Ежедневная влажная уборка дополнилась регулярной, несколько раз в день, обработкой поверхностей. Ежедневно протираем ручки дверные, кнопки лифтов, перила, поручни, то есть все те места, где возможно прикасание людей руками. Чистоту этих самых мест и в целом качество уборки оценивают специалисты санитарно-эпидемиологического надзора. Их внезапный визит сводится к дотошному осмотру конкретных, заранее неизвестных подъездов. Мы прошли сейчас по подъезду, посмотрели, визуально оценили качество уборки. Проведена не только влажная уборка с применением ДЭС-средств, но еще и обработка, дополнительная обработка из пульверизатора ДЭС-средствами. Эти же специалисты, помимо самих жильцов, выносят свой вердикт каждой управляющей компании. Методы воздействия при некачественной работе – от предписания до штрафа. Собираемся тогда писать уже на руководителя управляющей компании письмо. Если меры не будут приняты, тогда будет, значит, мера административного воздействия. В нынешних условиях пандемии деятельность управляющих компаний приобрела и новый смысл. Теперь это реальный барьер для распространения новой инфекции. Но такая работа не отменяет и правил для горожан. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.